Всем привет, друзья, с вами Фризен. Мы продолжаем Borderlands 2. Напомню, что в прошлой серии мы... Что мы делали? А, Джек убил нашу птичку, точнее птицу Мордекая. И у него теперь горе, ему нужен самогон. Ладно, говорит, лови у него бочки. Ну и все. Я тут посмотрел, у нас миссия только в песках. А потом надо будет еще раз вернуться в заповедник. Там спасти каких-то животных, над которыми, видимо, проводят эксперименты. Куда ты так закидываешь ящики эти, ой, бочки? Значит, Мордекая хочет надраться раковым Элем? Когда мы расстались, он сделал то же самое, бедняга. Доставь убивку мне, и я дам тебе свой любимый револьвер. Рубин. Так, погоди, Мокси отдаст тебе рубин, если отвезешь выпивку ей? Это гребаная... Эта красавица потеряла рубин много лет назад, а я его нашел. Если бы не я, у нее бы его и не было. Не-не-не-не, неси выпивку мне, и получишь мою снайперскую винтовку. Хм. Ну, блин, я не знаю, наверное... Отдам выпивку Мордекаю. Потому что у него, во-первых, горе. Во-вторых, мне нужна снайперка. А пистолетом-то я особо не стреляю. Ради Джека. Я выигрываю арену. Я нахожу рубин и бац, блин. Она бросает меня ради главного фашиста на Пандоре. Эй, пока он не сжег всех этих людей, Джек был вполне приятным парнем. Я не виновата, что Мордекаю... Они все у тебя. Блин. Теперь достав их ко мне, я тебе свою винтовку отдам. Нет, принеси выпивку мне, а не этому пьянице-птичнику, и я дам тебе рубин. Да не нужен мне рубин. Хоть он так называется. Так, ну и где наш пьяница-птичник? А вот он. На. Когда пьяный, я стреляю лучше. Понятно. Блин, она чуть-чуть хуже моей. Все, зло отбухло. Угу. Ну, урон чуть поменьше. А в остальном там все. Все лучше у нее. Так, где она? Угу. Ну давай попробуем. Так, куда там надо нам еще было? А, в заповедник. Так, подожди, тогда миссию поменяю. Инженеры в заповеднике Гипериона все еще живы. Это нужно исправить. Я был там на разведке и слышал, что они ставят опыты на трех существах. Иди туда и освободи их. Задай им жару за то, что они сделали с моей птичкой. Ладно. Но он тогда реально взбесился. Так. Блин, опять по всей локации бегать, а? Защитить животных. Угу. Освободить живоглотов, скагов. Живоглотов. Побольше крови. Ну так вот. Я проверил пушку, протестировал пушку Мордекая. И она, честно говоря, вообще не очень. Потому что она делает за один выстрел, выпускает три пули. А для снайперки это вообще не классно. Так, я тут буду бегать от точки к точке, поэтому... Повырезаю дофига. Ой, мне их надо защищать, да? Так, защищаем всех. Быстрее перезаряжай. Ух ты, ты уже умер. Так, где еще? Сверху? Снизу? Да не мешайте, пожалуйста.
Так, еще один. Сколько мы спасли? А, еще не спасли. Так. Пробить охрану живоглотов 12. Сколько мы спасли? Сколько? Раз, два, три. Четыре. Пять. Неплохо. За раз почти все выполнили. Так, мы пришли спасать скагов. Выпускай. Существа на свободе. Служба безопасности оповещена. Ого, какие необычные. Вали их, вали! Вали их! Тихо! Пошел вон! Тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Ой, там и щит! Все? Круто! Идите гуляйте. Так, это мне не нужно. А куда они убегают? Так, так, так. Ну и все, пошли дальше. Ну вот, последняя точка. Так. Освободить безбашенного живоглота. Ну давайте, где он? Ага. Эй, а где безбашенный? А, сейчас приедет. Какой большой, красивый. Так, тихо. Где они? Еще один где-то. Они все быстро так выходят. Эти ублюдки мертвы. Пока достаточно. Возвращайся. Крутяк. Ладно, сейчас быстро сдаю миссию Мордекаю. И полетим уже по сюжетке. Фу ты, блин. Я думал, еще один кровокрыл. А это какая-то птичка. Сын. Чей? Матрака. Ну-ка, иди сюда. Ну, как-то стухленько. Пять короля мясника. Но поосторожней. С тех пор, как солдаты Гипериона убили его собаку, он немного не в себе. Угу. Ну, это точно Брик. Потому что у него... Да завали. У него и в первой части какую-то собаку там убили. У него ж на шее там какой-то ключ висел. И лапка собаки. Я не туда еду, да? Я вас понял. Сейчас объеду. Блин, тут можно было и пешком дойти на самом-то деле. А этот устроил. По мосту поехать хотел. Так, 1000 порезов. Какие журналы? Ну-ка, стоп, 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 стоп. Вначале какие-то журналы надо искать. Ага. Зона управления ангелом находится на вершине вон той горы. Той? Именно там и хранится ключ. А на другой горе живет король мясник. Он поможет нам пройти бункер. Я на это надеюсь. Чужак! Здесь чужак! Чужак! Похоже, Гиперион снова подослал убийцу. Ну, парни, сражайтесь как герои или умрите как сучки! Чтобы добраться до короля, тебе нужно нейтрализовать остальных мясников. Будь осторожен. Хорошо. Это мы можем. Так, какие-то фотки мне сказал Скутер сделать для девчонки. Фотки для девчонки.
прощай. Ой, простите. Это там что, бандит шпилит робота? Нифига себе, такой артхаусный шпилевили. Девкам нравится. Пойдет в стих. Может быть, наоборот. Робот и секс, круть. Там вообще-то робот был сзади, раз на то пошло. Ну да ладно. Ну как-нибудь покрасивее давай сделаем вот так. Ух ты, одинокий цветок лежит в луже крови. Я бы мог сделать из него символ цветов, птицы. Чё? Ещё что-нибудь. Так и сделаю. Чё-то как-то у него... Ой. Что-то у него по стихам не очень получается, честно говоря. Да, я такой. А ты кто такой? О, Ириди просто окуляется. Так, журналы мне еще надо будет. Интересно. Какие-то они безобидные, что ли. Бандиты-то ваши. О, как это вы? На меня среагировали. О, журналы. Ура! Журнал с дитьками! Если не повезет, все равно круто для нас. Ой, ты при смерти уже был. Так. Последняя фотка, да? Ладно, ребят, давайте с вами не... не... Ой, ой, тихо, 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 тихо. Так сказать, не будем оттягивать неизбежное. И погиб, да? Ты что, со мной дуэль хочешь устроить? Я тебя устрою. Так, где тут последняя фотка? А, вон она. Так, здесь что такое? Да блин. Блин, нахер. Видишь, я фоткаю. Ух ты! Бандит повесился на своей же могиле. Это мрачно, это грустно. И я ни хрена не понимаю. Это великолепно! Даже сойдет. Ну все. Мое мега-стихотворение закончено. Давай, возвращайся, чувак. Я жил себе спокойно, никого не трогал, но нет, Гипериону этого мало. Нет, нужно было прийти сюда, нужно было убить Дасти. Но если вы относитесь ко мне как к бандиту, то я отребил. Дасти была просто щенком. Почти такой же милый, как моя первая собака. Передай своему боссу, что я сделаю с ним то же, что и он с ней. Ну... Первая собака. Что значит не из Гипериона? А, значит новая кровь. Что это? Ну что, парни, устроим теплый прием. Не стоило. Сюда не подогнало этого дела. Пока ты не вступишь в его банду. И твоя задача пережить церемонию посвящения, затем отдать королю записку. Капец, вот тут безумие происходит. Do it! Shoot me in the face! Face, 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 face! Now! Bullet! Take out! Это что за миссия такая? Он захотел, чтобы я выстрелил ему в лицо. Все. Такова ваша миссия? Вы что тут творите? Капец. Ладно, пойдем к этому королю. Кого-то там. Не надо меня разрывать на куски. Ты что? И тебе пофиг, да, на все? Так, одного мы пропустили. Ух ты, какой мощный. Два раза мощный. Нифига себе.
Ну открывайте, я пришел. Да. О, отлично. Стрелочками это все подсвечено. Ну давай, кто тут у вас? Но церемония посвящения только начинается. Мясники! Порвите его! Мне так хотелось сразиться с еще одним искателем, дебилы! Пожалуйста, это ваш шанс! Что-то какое-то непонятное посвящение у вас. Да этот искатель хранилища выдирает вами голову! Вот надо было тебе сесть, да? А я даже делать ничего не буду. Сами разбирайтесь. Я там двух гляфов вам подарил. А я сверху постою, посмотрю. Как разберетесь, позовите. Ну это ты зря, конечно. Ну все. Кляфа прорвало. Ой, ладно. Ой, гранаты закончились. Как так? Добро пожаловать. Максимально безбашенный, огромный. Ладно, все, давайте с ним заканчивать. Куда вы побежали-то? О, у него маленький ротик здесь, да, был? Я же не знаю. Ну, кто еще? Приготовился к смерти. Покажи сначала. Еще бубен раскалю! Да где ты? Эй, ну хорош так жить долго. Там? Подарок? Подарок для меня? Вот а? Умрись. Ой, смешно. О, спасибо. Чтобы добраться до меня, ты убил моих лучших людей. И поэтому я могу сказать тебе только одно. Спускайся, сейчас тебе наваляю. Это было круто! Ну что-то мы слишком долго с ними возились. Так что тебе надо? А. Чем? Ты круче и безбашеннее всех, кого я видел. И ты прошел обряд инициации. Принимаю тебя в мясники.
О, супер! Мы так гордимся тобой! Еще бы, ведь ты убил наших друзей и братьев! Ты супер крутой! Это типа совершенно не сарказм! Вау! Ты настоящий мясник! Ну а че он выпендривался? А я все думал, когда же Роланд попросит меня об услуге? Значит, бункер! Ну раз ты теперь за нас, мои парни помогут тебе его захватить. Передай Роланду, что я в деле. Отлично. Прик за нас. Теперь пробиться через бункер будет легче. Возвращайся, подумаем о том, что делать с дверью, которую может открыть только Джек. Ну, пойдем. Сейчас я дверь открою. А, давай. А то у вас тут выхода нет. Ну, ты быстрее можешь, нет? Ай, может тебе помочь там, поддержать? Значит, искатель якшается с мясниками. Отличная возможность уничтожить их обоих одним залпом. Маяки активированы. Начинаю обстрел из минометов. Король, нас снова обстреливают из минометов! Вот черт! Мясник! Нужно остановить бомбардировку, иначе всех перебьют и в бункер тебе не пройти! Ну открывай быстрее, я уже бы их застрелил два раза. За мной! Похоже, минометы доводятся по маякам, которые бросил Джек! Если не отключим маяки, нам хана! Давай! По башке! Нам нужно уничтожить эти маяки! Давай! Наводятся по ним! Так. Хорошо. О! Держись подальше от зон обстрела! Ага, понял. Черт! Я пробью этот щит! Давай. Это что, твоя способность, что ли? Меня кто-то бьет. Маяк готов! Идем дальше! А ну не смей трогать мои маяки! Посмотрим, как ты теперь попляжешь, бандит! Ну, по-моему, нормально пляшет. Вот так везде! Что он сказал? Наша планета, Пандора? Не переоценивает он себя? За какого Дасти? Собаку? Почему мне не показывают эти маяки? Я вижу еще один маяк! Разнесем его! Я бы уже бы прилетел бы и нафигачил ему. А почему за мной... Я снимаю щит с того маяка! Почему за мной стервятник гонится? Вы не видите, я с вашим боссом тут бегаю. Ой, прям в меня. Нет? Ой. По башке. Так, а чё так из стороны в сторону мотаем? Блин, еще этот стервятник меня напрягает. Почему он реально за мной гоняется, этот стервятник? Я же с их предводителем тут хожу, сражаюсь. Они вообще были должны быть уже все на моей стороне. Я вижу еще один маяк. Идем его. Давай, давай. Я займусь щитом. Молодец. А я расстреляю маяк. А я уничтожил маньяк. Все? Доигрались? Ой. 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 По башке. Сюда, мясник!
Почему он сейчас не сказал по башке? О, у меня уже 113 тысяч, нифига себе. А тратить не на что. Вот это я понимаю. Работка что надо, мясник. Встретимся в убежище. Мне кажется, раньше был выше. Что ты знал? Мои мясники все равно будут на тебя нападать, потому что они тупые. Можешь валить их без базара. Окей. Все. До свидания. Так, по миссиям что? Ага, в убежище надо отнести скутеру фотки. Да. Ну, поехали. Он там кому-то стихотворение пишет. Надо будет послушать этот шедевр. Надеюсь, там будет... Хотя, это же скутер, там не может быть что-то, чего-то нормального. Будет опять какая-то хрень. Ну давай, зачитай свой рэп. Рэп. На. Я записал свои нежные слова на вот этот эх. Отнеси Дейзи и проиграй. Ну а дождись ее реакции, чувак. Надеюсь, ей понравится. Кто такая Дейзи? А, это рядом вообще, хорошо. Так, отдать стихотворение, дождаться реакции. Отлично. Надеюсь, она симпотная. Да, ничего такая. Мадама с веснушками. Вот короче, почему он так делает? Для Дейзи. Поехали. Дейзи, я люблю тебя, ты коты. Больше, чем бандиты, он того робота. Ты как бриллиант, сводящий с ума. Или как цветок среди шрапнели и дерьма. На собственной могиле я буду, блин, висеть, если вдруг не смогу тебя отыметь. Гениально, блин. Ух ты, это очень... Подождешь минутку? Спасибо. А зачем тебе пистолет? Дейзи? Не-не-не. Она сейчас все... Блин. Ну чё, и как ей? Ну, очень понравилось, да. Ладно, скажем как есть. Дейзи нет и нет проблем. Чё, типа она не оценила? Не, вообще не очень. Я не знаю, мне понравилось. Да я не сомневаюсь. Ладно, пойдем к нашим ребятам. А, блин, этот чувак будет с нами жить? Ну, то есть он будет здесь присутствовать? Ну, потому что всех, кого мы находили, они собирались здесь. На втором этаже. Надеюсь, это тоже к нам примкнет. Ха-ха, здорово. Брик. Вот уж не думал, что вернусь. В прошлый раз ты не слишком рад был меня видеть. Времена изменились. Твоя помощь не помешает. Даже если я кровожадный психопат? Кто тебя так назвал? Джек? Нет, ты назвал. 3 года назад. О, извини. Рад снова тебя видеть, Брик. Взаимно, братан. Ну вы еще поцелуйтесь. Ой-ой-ой. Обалдеть. Все? Наболтались? Помнили там старые добрые времена? Смотри, не все в сборе, а? Во красотища. Только почему вот этот вот у них главный? Непорядок. Если честно, то я понятия не имею, как открыть эту дверь. Извините, что прерываю, но у нас мало времени. Вам нужно попасть в перспективу. Последнюю куда? Дверь может открыть только Джек, пройдя биосканирование и назвав пароль. Убейте одного из двойников Джека в перспективе, и тогда я смогу открыть дверь. Так, мы вроде мне еще... Мне нравится, что ангел тобой командует, но иного выхода у нас нет. Ты уже знаешь, что ей нельзя доверять, так что осторожнее. Так мы же вроде еще не прошли стену смерти, и убежище их не развалили. Так?
А она уже говорит последний фрагмент. Ладно, мадам, чё у тебя? Пострелять хочешь? Хочу. Джек круглые сутки ведет пропаганду для каждой семьи в шести галактиках. Он уговаривает людей эмигрировать в этот вонючий город, который он строит. Покажи им, что это плохая идея. Одолжи у Мокси видеокамеру. Хм. Блин, такие у нее миссии интересные. Вроде пострелушки и веселушки. Тебе надо? К счастью, в данный момент мне твоя помощь кому? Требуется. Качку, что ли? Потому что ни у кого больше нет миссий. Да. Ха. Вали, вали, вали его, Роланда, вали. Вали его. Хочешь кое-кого покромсать? Давай. Я, похоже, останусь в убежище. Но у мясников в тысячи порезов полно работы. Сходи, навести Рока. Он долбанат, но он на тебя не рыпнется. Надеюсь. Какой Рока? Эй, мясник! Чё? Рокки Бальбо? Или кто? Так, нужна Мокси. Камера у нее. Точно, что у меня по Иридию? Я тут пытаюсь каждый раз что-то купить. О, снайперка мне нужна. Или не снайперка? А этих сколько? Блин, ладно, возьму автомат. На автомат патроны возьму. Стоп. А, вот для чего, я думал, это по миссии было. А, ну и правда по миссии. Хватит ли смелости или глупости для того, чтобы отправиться на поиски проклятого оружия? Погибель, Маркус. Погибель? Пушка так называется, погибель. Интересно. Спросить у Маркуса о погибели. По пиццехатке? Раньше было, по-моему, по 300. Косарь. Ладно. О, Мокси. Блин, где ты? Значит, тебе нужна моя камера? Да. Можешь взять ее при одном условии. На всех записях должна быть обнаженка или взрывы. Бонус за то и за другое. Хм. А миссия у тебя какая? Отлично. Отправляйся с камерой в перспективу. Да, кстати, не вздумай просматривать записи Мокси. Ха-ха, блин, жаль, что нельзя просмотреть. Почему так? Если эхо, то можно послушать. А вот видео посмотреть нельзя. Ладно, у Мокси свои причины ненавидеть Джека. Джек разрушил мою арену, когда решил, что я его обманываю. Теперь он хочет построить свою собственную арену, чтобы утереть мне нос. Этого нельзя допустить, солнышко. Отправляйся в перспективу и убей прораба, которому поручена стройка. Так, у меня уже 3 миссии в перспективе, да? Да. 1000 порезов опять, погибель. А, к Маркусу, бегом. Погибель. Интересная. Наверное, эта пушка нам и достанется, да, в конце? После долгих разговоров, после мотаний из локации в локацию. Чё у тебя? Я знал, что еще услышу об этом оружии. Пару месяцев назад купил его у одного парня. Хорошая вещь, но проклята. Я продал его бандиту по имени Гораций. Гораций. Пески. Ладно, пошли в пески. О, тут и дальше есть проход, я не знал. Я думал, просто свалка и на этом ограничимся. Ну давай какую-нибудь пострелушку, веселушку, отстань. Где ваш Гораций? Отстань, король муравьев. Глаза тебя подвели. Да, и граната еще тебе. Мираж. Иду убивать. Ну что такие офигевшие пауки? Даже какая-то мелочь, и так сложно убивается. Ого, накидали. До свидания. Где этот Гораций? Ну все, мне хана.
Спасибо, что прилез. Подлез ко мне. Сдавайся, муравей, я тебя все равно убью. Вот живучий, а, броненосец. Где еще? А, мелкий. Капец, ты меня залепил. Маску мою. Ну давай послушаем, от чего ты, как ты погиб. Макнелли взял погибель. Она отпугивала муравьев-пауков. Но проклятие. Найди Макнелли. Он хоть и бросил меня умирать, но не заслужил того, что погибель сделает с ним. Никто не заслужил. Да что за пушка такая? Мне уже стало интересно. Так. А этот где? Тоже в песках? Да, отлично. Все об этой пушке знают и все ее боятся. Что в ней такого интересного и опасного? Блин, не зря же ее, да, называют погибель? Из-за нее все умирают. Угу. Ну это логично, но непонятно. Так, замерли. Ага, вон туда надо. Ну поехали. Отстань. Это тебя надо взять, Эхо? А у тебя же нет пушки. Все говорят про оружие погибель, только нет ни у кого этой пушки. В смысле, прости, все, сдаешься? Обманул, гад. Ну давай, расскажи свою историю. Я избавиться от нее. Гар идет из Линчвуда, чтобы купить ее. Этот идиот и понятия не имеет. Он никогда не верил в проклятие. Ну-ну-ну-ну. Ну что ж, его ждет сюрприз. Хм. Так, то есть один... Один выжил после того, как пользовался этой пушкой, да? Вот которого мы сейчас застрелили, он выжил. Но только я убил его, потому что мне нужна была информация. А так, он пользовался пушкой и остался жив. Чё ты сказал? Какой Дерек? Истина обнаружена. Слабость. Закфорд? Где? Мик Зафорд жив? Как ты жив, если я тебя убил? Я тебя лично убил. А как он опять жив? Капец. Оу-оу-оу-оу-оу. Фух. Это не... Я не понимаю, почему он выжив-то? Оказался. Мой щит. Слезь в машину, придурок. Так. Блин, вход с другой стороны. А кто поезд пригнал? Линчвуд. Линчвуд. А мы тут не были? Тих, так, ага, наверх, пойдем. Шериф попросила меня, помощника Вингера, напомнить вам о введенных ею 283 законах о наказаниях, положенных за их нарушение. Весь список можно не зачитывать, потому что наказание в любом случае одно – смерть. Прошу, будьте
будьте осмотрительны. Что-то непонятно, что здесь происходит. Хожу тут кругами. Миссия-то где? А вот она. Каждый день шериф Линчвуда отправляет Джеку весь иридий, который она добыла в шахтах. Сегодня это закончится. Ты взорвешь поезд, который перевозит иридий. Иди на склад взрывчатки. Нет, ребята. Нет. Мне нужно взять эхо Гара. Хочешь жить? Раскошеливайся. Ух ты, полторы? Беру. Хороший выбор. Навить до скорого. Так, и где он? Полторы. Беру, конечно. Так, минус, минус. Минус, минус, минус. Если будет худо, так. Приходи ко мне, я тебя подлатаю. О, это можно нажать? Нет. А куда бежать-то, собственно? Ага, налево. Давайте я сейчас эту миссию пройду быстро. Узнаем, что это за погибель. И закончим. Ты хранилище. Попробуй его открыть. Не буду я открывать. У меня сейчас не до хранилища. Шериф попросила меня, помощника Вингера, напомнить вам о введенных ею 283 законах о наказаниях, положенных за их нарушение. Блин, какая... Весь список можно не зачитывать. Неплохо он зачитывает, да? Какая прелесть. О, этот щит поглощает патроны. Смерть приближается. Отличный щит. О, скагов продают. Я вообще правильно бегу? Так, где-то надо завернуть. Слишком уж обширная территория. Я слышала, что в моем городе орудуют убийцы. Если ты меня слышишь, постарайся не умереть раньше. Всегда хотела сразиться с хранилищем. А, это мне лично адресовано? Нифига себе. И она просит меня не умирать. О, ящик. Какой страшный ящик. Не ори. Снайпы мне... Смотри, какой у него нож офигевший. Больше, чем само дуло. Так. Куда бежать-то? Куда я бегу? Я сейчас запутаюсь нафиг. И потеряюсь. Вот уже потерялся. Черт возьми. Хватит уже грабить шахты. Иди, сырье номер один для Гипериона. Если вы покуситесь на шахтеров или на их оборудование, шериф явится за вами. Не провоцируйте ее. Еще лучше? Нифига себе. Давай попробуем. Кто орет? И куда мне надо? Бочка, шлаком, шлаком, бочка, шлака, бочка. О, этот уже мертвый. Записка? Надо было избавиться от нее. И это все? Так, подожди. Алло, в каком кладбище? А, на этой локации еще? Нифига себе. Ладно, сейчас я быстро пробегу туда и посмотрим. Додумался же, да, кто-то вот в конце закопать эту пушку, чтобы не было ни у кого проблем в дальнейшем, да? Это гениально. Да что это началось тут, а? Какие-то взрывы сразу. А, ты с ракетницей или с чем ты там? Да блин. Успокоились. Так, куда идти-то? Ой-ой-ой.
Я вам устрою, блин. Ай-яй. Ай-яй-яй. Я готов. Кто-то там еще один офигевший. Был. Так. Целое искусство, а я в нем Рембрандт. Фига себе отсылочки. А где эта пушка? УЗИшка? Шла Саша по шоссе. Шоссе. Так. Оптимизированный бич. Синий. Так кто сказал, что это погибель? Ну давай, вот это, да? Ну и где она? О! Что? А я не могу бежать, я... А, вот почему это погибель. Это моя скорость теперь, все. Нифига себе. Чё? Офигеть. Это было жестко. Оно еще разговаривает, оружие мое. Неплохо. Ну давай, быстрее беги. Давай, давай. Капец. Вот почему от него все погибали. Потому что оно неуправляемое. То есть управляемое. Но... Он очень тяжелый, ты с ним бегаешь, как улитка. Давайте на этом закончим. Продолжим в следующей серии. Будем на этой локации устраивать беспредел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем пока!